Ощущать себя неправым всегда неприятно. Ошибки – это доказательство нашего с вами несовершенства и существования у нас каких-то изъянов. Поэтому очень велик соблазн скрыть их и не признаваться в своих же ошибках даже самому себе. Конечно, так желательно не делать, ведь ошибки – это то, на чем мы должны с вами учиться, что должно помочь именно нам совершенствоваться. А если человек для себя и так является совершенством, то зачем тогда в принципе напрягаться? Ведь можно делать так же, как в прошлый раз, повторив те же самые ошибки. Очень часто люди не признают своих ошибок, потому что им кажется, что это что-то очень постыдное. Но это не совсем так. Ведь все живое бывает несовершенным и ошибается. Кстати, именно поэтому наша реальность так разнообразна. Поэтому в некоторых случаях ошибка может быть просто альтернативным решением, неподходящим в данном случае, но, возможно, подходящим в другом каком-то случае и в другом варианте развития событий. Интересно, а мой подписчик умеет признавать свои ошибки?